В прошлом году в Уральске проведен капитальный ремонт 21 улицы протяженностью более 24,5 километров. Для решения проблем с водоснабжением капитально отремонтировали 18 скважин с минимальным расходом воды. Ведутся работы по бурению 6 новых. Первая отчетная встреча акима города Абата Шыныбекова состоялась с жителями микрорайона «Старый аэропорт». Рассказав об основных показателях социально-экономического развития Уральска, градоначальник поделился планами и ответил на вопросы из зала. По итогам 2021 года городской бюджет составил 42 миллиарда тенге. Объем инвестиций в экономику Уральска превысил 103 миллиарда. В сельском хозяйстве запущен тепличный комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров. Кроме того, в настоящее время ведется подготовка откормочной площадки для 150 голов крупного рогатого скота. В строительстве жилья по государственным программам и за счет средств компании КПО «БиВи» построено 5 многоэтажных домов на 618 квартир. Вся эта информация была показана в фильме «Перед собранием». На самой встрече аким города рассказал о планах на текущий год. В целом у нас готовы ПСД на благоустройство 33 дворов в городе, в том числе в вашем микрорайоне на улице Кажымуканы и Малина. Планируем построить детскую и спортивную площадку по вашим многочисленным просьбам. Есть ПСД по ряду объектов в Зачаганске, Деркули и на улицах в центре города. В микрорайоне Жолды строительство спортплощадки началось. Разработана проектно-сметная документация на освещение 15 улиц. Намечен план и по жилищному строительству. В текущем году ведется строительство 7 многоэтажек, из них 6 в поселке Зачаганский и 1 в северо-восточной части города. Продолжается замена аварийных домов. На данный момент на 11 улицах начаты и планируются работы по демонтажу ветких и строительству новых домов. На улице Искалиева демонтированы двухэтажные дома и на их месте строим 3-4-этажные застройки. На проспекте Абая возводятся дома на месте двух старых. В этом году планируем сдать их в эксплуатацию. Не меньшие средства заложены в бюджет города и на предстоящий период. Работы предстоит много, поведал аким города. К примеру, в северо-восточной части Уральска в этом году появится новый сквер почти на 3 гектарах. Уральцам продемонстрировали его схему. Стоимость проекта 509 миллионов тенге. В целом по городу планируется обновить и построить 9 скверов. Учитывая новый формат отчетной встречи, больше времени было отведено на вопросы-ответы. Жители микрорайона «Старый аэропорт» говорили о качестве подачи электроэнергии, состоянии автомобильных дорог. Здесь нужны дополнительные социальные объекты. У нас недавно была покрыта асфальтом дорога. Тротуар проложен только по правой стороне. На многих наших улицах так. Почему? Второй вопрос касается света. У нас часто и надолго гаснет свет. Зимой мы постоянно мерзли, потому что тепло от света зависит. Вы правы, тротуары нужны с обеих сторон. Но в те годы проект принимали именно в таком образце, из-за экономии средств. Помните, что все жители были согласны с таким проектом, лишь бы проложили асфальтовую дорогу. Что касается света, в 1997 году здесь было мало домов. Сейчас домов стало больше. На одном участке стали строить по 2-3 дома. Нагрузка на одну линию выросла в разы. Такая же ситуация в Круглоозерном. Но сейчас мы сначала тянем коммуникации и лишь затем даем участки. Проблема есть, будем по мере возможности обновлять электроподстанции. Также жители микрорайона говорили об инфраструктуре к объектам. Район разрастается, соответственно, должны улучшаться и условия. Однако к ряду объектов не подойти из-за неправильной застройки, говорили горожане. Жители микрорайона Жылды спросили школу и детский сад. Пока в вашем районе школу не планируем, потому что самый проблемный по загрузке в школах район – это Зачаганск. Нам в первую очередь нужно закрыть трехсменные и аварийные школы. Эта работа ведется. В прошлом году закончили 34-ю школу. В Меловых Горках построили новое здание для 18-й школы. Также прозвучали проблемы общественного транспорта, санитарной очистки города, установки видеокамер и другие актуальные вопросы. В целом, до и во время встречи прозвучали более 50 вопросов. Были даны подробные на них ответы. По словам акима Абата Шыныбекова, отчетные встречи с горожанами будут проходить каждый квартал в разных микрорайонах. По завершению, аким города провел личный прием граждан. Алмагуль Джампиисова, Алмас Адиетов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.